тобой? Все в порядке? Эти сапоги доконают меня. Эти новые доспехи очень хороши. Но почему застежки на этих сапогах должны быть такими тугими? А если я чуть ослаблю их, сапоги начинают сваливаться с моих ног. Где ты взял эти сапоги? Старый работяга Беннет сделал их для нас. Охотников на драконов. И заставил нас хорошо заплатить за эти дерьмовые сапоги. Если я когда-нибудь доберусь до него, я сначала заставлю его съесть их, а затем выбью из него мои деньги назад. Чего ты ждешь? Когда Сефер, наконец, соизволит поднять свою задницу. Нам уже пора отправляться в путь. Что с тобой? Ух, эти сапоги, эти чертовы сапоги. Отличный лагерь. Скажешь тоже. Здесь воняет, как на скотобойне. Повсюду трупы животных и сгнившие деревья. Что ты делаешь здесь? Я давно уже здесь сижу, выжидая подходящий момент. Подходящий момент? Для чего? Там где-то должен прятаться дракон. Это вонючее болото затопило все вокруг вскоре после того, как он появился здесь. Я еще хорошо помню время, когда здесь невозможно было ноги замочить. Но теперь я ни за что не пойду туда один. Правда, со мной Род. Но он побежит, сломя голову, даже при виде мясного жука. А как насчет тебя? Ты ведь тоже пришел сюда не на прогулку, правда? Пойдем туда вместе. Почему бы и нет? Помощь мне не помешает. Это хорошо. Тогда я, наконец, смогу выбраться отсюда. Это вон невыносимо! Сейчас самый подходящий момент, чтобы идти туда. Тогда пойдем. Болото начинается сразу за последующим поворотом. Я предлагаю идти прямо туда. Ну, ты также можешь проверить вон тот проход, чтобы эти твари не напали на нас сзади. Что ты выбираешь? Не будем терять времени. Получай, грязная тварь! Я его прикончу! Эй, я его прикончу! Эту тварь. Мы должны быть осторожны. Иди вперед и посмотри, можем ли мы атаковать.
кончил. Прикончу! Кончу! Кончил.
его прикончу! Что с тобой? Ух, эти сапоги, эти чертовы сапоги! Тебе, если ты сделаешь еще один шаг вперед. Многие из вас приходили сюда. Я смел их всех. Хватит болтать! Твои громкие слова не пугают меня, вонючее порождение болота. Скажи мне то, что я хочу знать, или я утоплю тебя в твоей же крови. Ты смеешь угрожать мне, жалкий червь. Назови хотя бы одну причину, почему мне не разорвать тебя на мелкие клочки прямо сейчас. Я посланник Киноса, и со мной его глаз. У тебя нет выбора. Ты должен подчиниться моей воле, или ты будешь уничтожен. Говори, что тебе нужно от меня. Кто ты? Меня зовут Пандрадор. И лучше всего тебе побыстрее уползти обратно под камень, из которого ты выполз. Где мне найти остальных из вас омерзительных созданий? Стихии, из которых состоит все, поддерживают целостность этого мира. Каждая из них отвечает за свою часть мира. Ищи стихии, и ты найдешь остальных. Как я могу победить вашего хозяина? Он всемогущ и практически неуязвим. Если у тебя хватит глупости встретиться с ним лично, ты умрешь медленной и мучительной смертью. Я уже не первый раз слышу подобное. Почти неуязвимый не означает, что я не могу убить его. Итак, говори, что я должен сделать? Чтобы противостоять моему хозяину, тебе понадобятся вещи, которые ты никогда не сможешь получить. И что это за вещи? Тебе понадобится руна, созданная только для тебя. Но самое сложное условие из всех — ты должен найти 5 спутников, которые готовы пойти за тобой на смерть. Тогда и только тогда ты можешь осмелиться встретиться с хозяином. Сила глаза иссякла. Твоя жизнь закончится здесь, человек.
Чарли. Он мертв? Успокойся, все кончено. Ну и громадина. Подожди минутку. Что с тобой? Ух, эти сапоги, эти чертовы сапоги. И что ты собираешься делать дальше? Ты еще спрашиваешь. Прежде всего, я куплю себе новые сапоги. Подожди минутку. Болотный дракон мертв. Что ты будешь делать дальше? Понятия не имею. Я еще об этом не думал. А ты теперь можешь вернуться в Харинис как герой. Ручаюсь, на этом можно сделать состояние. Подумай над этим. Подожди минутку. Действительно справишься один? Конечно, ты можешь идти. Еще увидимся.
Эй, ты! Здесь никто не проходил? Проходил. Недавно здесь были очень забавные парни. Они расхаживали в расфуфыренных доспехах, и у них был очень важный напыщенный вид. А что этим забавным парням было нужно здесь? Они спрашивали меня насчет провизии и снаряжения. Я и так-то еле концы с концами свожу. Они болтали что-то о том, что собираются убить дракона. Одному богу ведомо, откуда они взялись такие. Но они не вызвали у меня особого доверия. Ты сейчас один? Да. Мой приятель Энгром ушел. Вчера он сказал, что ему было видение. Кто-то очень ласково говорил с ним. Я ничего не слышу. Я подумал про себя, что он просто дошел до точки. А затем он неожиданно исчез. Понятия не имею, куда он направится. Если ты где-нибудь увидишь Энгрома, скажи ему, что он все еще должен мне шкуру луркера. Но у меня было впечатление, что он не собирался уходить отсюда, пока орки все еще в долине. Я же сказал, у него крыша поехала. Я нашел твоего приятеля Энгрома. Да? Где он? Я не думаю, что ты когда-нибудь его увидишь. Вот, я нашел при нем эту шкуру луркера. Ищущие овладели им. Ищущие? Кто это такие? Приспешники преисподней. Это они командуют орками. Мне нужно выбираться отсюда, даже если при этом я найду свою смерть. Сейчас или никогда. Подожди минутку. Куда ты собрался? Я должен выбраться отсюда. Через проход. Thank you.
Вот он! Нечего взять! Thank you.
Эй ты, меня тошнит от магов. Иди куда-нибудь еще. Здесь для тебя ничего нет. Понял. Никто не хочет расставаться с награбленным. Ты сам сказал это. Исчезни! А что, если я не исчезну? Там, за этими утесами, находится ледяная долина. Ты такое никогда раньше не видел. Там скрывается ледяной дракон вместе со своей ордой. Если ты такой крутой, может, ты попробуешь? Что еще? Ну, мне что-то обстановка там не очень нравится. Будет лучше всего, если ты пойдешь вперед, а я пойду за тобой. Ты боишься? Чушь, хватит болтать, иди вперед. Я не собираюсь делать всю грязную работу за тебя. Трус. Эй, ты! В чем дело? Здесь так холодно. Не понимаю, почему Сильвия настоял, чтобы мы шли именно сюда. Здесь есть множество других мест, где можно было бы поискать. Эй, ты! Я думал, ты направляешься в ледяной район. Иди вперед, а я пойду сзади.
Come on.
был мой сын. Мне что, закопаться еще глубже, чтобы вы, надоедливые мухи, наконец оставили меня в покое? Вы, люди, забавные существа. Даже если вас всех сдуют ледяные ветра смерти, всегда найдется хотя бы один, кто поднимется из пепла, думая, что ему судьбой предначертано стать героем. Но вскоре все будет кончено. Я лично позабочусь, чтобы никто из вас больше не поднялся. Молчать! Силой священного глаза, что даровано мне свыше, я приказываю тебе отвечать на мои вопросы. Ха-ха! Тогда спрашивай. Но твои знания не помогут тебе. Кто ты? Я Финкрек, повелитель льда и снега, страж Конгресса и твоя неминуемая смерть. Какому богу ты служишь? Какой проклятый бог мог позволить таким презренным созданиям, как ты, ходить по этой земле? Не пытайся понять смысл нашего появления здесь, жалкий герой. Белиар не только позволил нам появиться здесь, он приказал это. Воодушевленные его святыми словами, мы не знаем отдыха, пока его воля не воплотится в жизнь. Как мне найти вашего хозяина? Он находится в своих покоях, в сплошной скале чертогов Ирдората, и ожидает там свою судьбу. Пока он не сможет установить в этом мире порядок, которого он заслуживает, он будет ждать там в глубокой медитации и... Давай опустим детали. Просто скажи мне, где находятся эти священные чертоги Ирдората? Ха-ха-ха! Ты разочаровал меня, жалкий человечишка. Ты вынес все опасности и одолел большинство из нас. А теперь ты не можешь даже использовать полученные тобой знания, если слово «Ирдорат» ничего не значит для тебя. То тебе лучше отправиться к своим магам и попросить их, чтобы тебе позволили заниматься их мирскими делами, так как, очевидно, ты еще не готов свалить на себя ношу их высшего знания. Сила глаза угасла, и твое время вышло.
Thank you.
мой дракон мертв. А теперь ты отдашь мне все, что у тебя есть. Ни за что. Это я получу всю славу за убийство ледяного дракона. А твоя маленькая роль в этом деле окончена. Я тебя еще достану. Ah!
Thank you.
Thank you.
No!
Инос — моя честь, а моя честь — моя жизнь. Встретимся! Подожди минутку. Ты еще не видел дракона? Пока нет. Но эта тварь не может скрываться вечно. Драконы мертвы. А! И кто, интересно, убил их? Паладины? Я. Ты даже сам в это не веришь. Хватит нести чушь. Держи выпивку. Мне стало гораздо лучше. Я теперь готов ко всему. Я убил всех драконов. Иди, рассказывай сказки кому-нибудь другому. Я убил всех драконов. Ну и ладно. Здесь, в долине, мы все равно найдем, чем поживиться. Что ты можешь предложить мне? Я убил всех драконов. Конечно, а я паладин. Возможно, ты убил одного, но чтобы всех? Иди, поищи дурака, который поверит тебе. Thank you.
Что ты можешь рассказать мне об этом квартале? Сейчас ты находишься на площади правосудия перед казармами. Куда ты хочешь попасть? Спасибо. Именно это я и хотел узнать.
как я это сделаю? Хортук! Я узнавать, что ты быть здесь, когда Хошмак убивать. Твоя делать большая ошибка, чужак. Я вижу, ты занял свое место здесь. Ты обманул меня. Твое положение среди твоих людей выше, чем ты это говорил. Теперь ты сам не более чем инструмент в руках дьявола. Чужак прав. Уршак наполняться только ненависть и месть теперь. Уршак видеть большая ошибка, доверять злой человек. Уршак сожалеть, звать человек другом и помогать ему не быть убит. Чужак теперь покидать долина и идти проход. Уршак не будет убивать чужак сейчас. Честь шаман говорит, Уршак не убивать. В следующий раз мы встречаться, мы враги. Твоя лучше уходить сейчас. Твоя уходить. Моя больше не говорить с чужаком.
Саиноса! Орки очень нервничают. Что-то очень напугало их. Я чувствую это. Есть какие-нибудь новости? Сюда прибыли охотники на драконов. Похоже, это крепкие ублюдки. Надеюсь, это действительно так. Иначе вряд ли им удастся выжить здесь. Эй! Эй! Я убил всех драконов. Да, конечно. Но если честно, то мне это не интересно. Я уже говорил тебе, мне больше нравится делать оружие, чем убивать драконов. Впрочем, есть кое-что, что может заинтересовать меня. Если бы ты принес мне драконьей крови, я бы хорошо заплатил за нее. Все драконы мертвы. Отлично. Если бы у нас было побольше людей вроде тебя, все, возможно, не зашло бы так далеко. Покажи мне, как можно улучшить свои способности. Хороший боец должен уметь напрямую передавать свои способности своему оружию. Покажи мне свои товары. Это все сплетни. Эй, ты! Он узнал это не от меня. Так может продолжаться вечность. Я теперь даже не знаю. Эй! Тебе должно быть жаль этого бедня. Все в порядке. Ты уверен, что со всеми мясными жуками покончено? Смотри, вон один сзади тебя. Что? Тихо. Тихо, да. Но? У меня пупок уже прилип к позвоночнику. Гаронт опять урезал наши пайки. Если я не найду где-нибудь приличной еды, я пойду и откушу кусок жирной задницы Гаронда. Так может продолжаться вечность. Возможно, я могу угостить тебя. Ты с ума сошел? Только не здесь. Если кто-нибудь это увидит, у меня сразу появится куча новых друзей. Если ты понимаешь, о чем я. Ты найдешь меня в храме, когда все лягут спать. Я думаю, в это время в храме никого нет. Я буду ждать тебя там. Но смотри, чтобы это не оказалась черствая корка хлеба или какой-нибудь сырой кусок мяса. Ты понял? Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Он не заслужил этого. Ты действительно думаешь? Это плохой бизнес. Это было очевидно.
Вот ты где. Итак, у тебя есть что-нибудь поесть? Я могу дать тебе этот окорок. Конечно, давай сюда. А еще у тебя есть? Хороший суп еще никому не повредил. Тебе так не кажется? Конечно, давай сюда. А еще у тебя есть? Хороший суп еще никому не повредил. Тебе так не кажется? Конечно, давай сюда. А еще у тебя есть? Кусок мяса? Конечно, давай сюда. А еще у тебя есть? Как насчет сочного куска сыра? Да, еще, еще. Кусок колбасы? Да, еще, еще. Это все, что у меня есть. И я, по-твоему, поверю в это? Ладно. Это все же лучше, чем ничего. Вот, возьми немного золота за это. Хорошо. А теперь мне нужно возвращаться на мой пост. Подожди минутку. Все еще голоден? Да. Но все же спасибо за помощь. Заиноса! Эй! А кроме этого? Ах, оставь меня в покое! Эй, ты! Есть новости? Орки, похоже, выбиты из колеи смертью Хошпака. У меня есть новости о драконах. Докладывай. Я убил дракона в болоте, к востоку отсюда. Дракон в каменной крепости, к югу отсюда, мертв. Огненный дракон из вулкана на юге больше не будет беспокоить вас. Я был в западном ледяном районе и расправился с драконом, обитавшим там. Это хорошая новость. Вот, возьми эти деньги. Надеюсь, они помогут тебе обновить твое снаряжение. Все драконы мертвы. Все? То есть зло изгнано отсюда навеки? Нет. Остался их предводитель. Разве не драконы были предводителями орков? Да, это так. Но у них также есть свой хозяин. Мы должны уничтожить и его тоже. Я, к сожалению, ничем не могу тебе помочь. Я должен охранять руду. А эти проклятые орки, кстати, тоже все еще здесь. Тебе придется сделать это самому. Да защитит тебя Инос. А что нет? Ходят разные слухи. Пойди туда, сделай это. Ты действительно думаешь? Пойди туда, сделай это. Никто не смеет нарушать божественный порядок. Иннос все видит. Никто не...
Ты одержим злом. Давай я помогу тебе. Не трогай меня! Помогите! Куда ты собрался? Доведи меня до прохода. Пожалуйста! Хорошо. Спасибо. Я просто пойду за тобой.